управления капитального строительства Валерий Чухманов проверил ход работ по строительству инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для безвозмездного выделения многодетным семьям. 72 надела на улице Нижегородской готовит саровская компания ООО ТСК. Муниципальный контракт рассчитан до 1 августа текущего года. Его стоимость превышает 100 миллионов рублей. В настоящий момент идет вырубка деревьев. Проект работ предусматривает компенсационное озеленение, после чего будут выполнены мероприятия по прокладке систем газоснабжения, водопровода, водоотведения, электроснабжения и связи. 14 января 37 восьмиклассников собрались во Дворце детского творчества, чтобы прочитать рассказ из сборника Айзека Азимова «Я – робот» в рамках городского проекта «Читаем вслух». Ребята декламировали рассказ Робби о дружбе маленькой девочки с немым роботом-нянькой и фрагменты рассказа «Хоровод» об экспедиции людей и роботов на коварную планету Меркурий. В чтениях приняли участие ученики 9 саровских школ. Приятные новости от соседей. Как вы помните, в ноябре 2019 года в Мордовский заповедник завезли 8 зубров из Окского заповедника. Животных разместили в обустроенном открытом вольере с деревянной изгородью и площадкой с кормовыми устройствами, где они находятся до сих пор. На 21 января 2020 года запланирован выпуск зубров из вольера в естественную среду, что будет способствовать формированию вольного стада зубров на территории Мордовского заповедника. Информационное агентство «Зато новости».